Я думаю, что это один из самых любимых контентов на нашем канале. У нас оживление мертвеца, здесь борщевик, крапива. И самое интересное, что в этом замечательном автомобиле, это ЗИЛ внутри гнездо диких пчел. Да, поэтому мы взяли врача. Если что, Палыч, ты как опытный пчеловод. А почему мне не сказали? На тебе дымовик. Поэтому ваша задача раскочегарить. Открыть автомобиль. Ключи есть, документы есть, все присутствует. Стоит 10 лет. А вот такая вот штука есть у вас? Есть. Вот у есть меня? И у меня. А у меня? А ты до последнего не хотел ехать? Я не знал, что там пчелы. Я тоже не знал. У нас случайно. Разве по мне видно, что я знал, что там пчелы? Мне кажется, нет. О, это, кстати, да, это крапива. Да. Видишь, какой у тебя устойчивый? А, и смотри, еще вот такая штука тут.